В Ангарске изменена схема дорожного движения на пересечении улиц Космонавтов и Прибрежной. По рекомендации ГИБДД разворот на этом перекрестке теперь перекрыт в целях безопасности пешеходов и автомобилистов. Сейчас машины могут развернуться только на двух участках. Это после остановки в 32-м микрорайоне, а также перед светофором на пересечении с Ленинградским проспектом. До 15 декабря на Космонавтов будет организован еще один дополнительный разворот.